Работникам Брестской стоматологической поликлиники скучать не приходится. Уже за этот год в медицинское учреждение обратилось порядка 88 тысяч людей, страдающих зубными недугами. А начинается все с самого безобидного незнания и неумения чистить зубы. Следующий этап, как следствие нашей безграмотности, нас настигает кариес, пародонтоз и другие проблемы полости рта. А избежать всех этих страшных болезней можно при помощи ежедневного ритуала. По утрам и вечерам чистить зубы. Но это не единственная мера профилактики. Правильное питание, начиная с детства. И правильный выбор зубных паст. Вовремя произведенное лечение. И самое главное для того, чтобы вот это все пройти, это обращение к стоматологу. Прежде всего, это гигиена. Мы должны уметь чистить зубы и соблюдать это неприкосновенное правило. Два раза в день, утром и вечером, 3 минуты, и не меньше, не больше, но регулярно. Только 5% населения города Бреста имеет абсолютно здоровые зубы, в то время как остальные свой первый визит к стоматологу делают, когда уже ощутили все прелести зубной боли. Известное арабское изречение гласит: «Смерть приходит через рот». И действительно, специалисты разных профилей установили причинную связь стоматологических заболеваний с такими серьезными недугами, как анемия, лейкемия, язва желудка, атеросклерозом, а также психическими нарушениями. Список можно продолжать до бесконечности. Поэтому откладывать визит к стоматологу в долгий ящик явно не стоит. Тем более, что сегодня процесс лечения проходит безболезненно. Бояться не надо, на самом деле это все, просто у многих страхи из детства остаются. Сейчас, половина людей, которые приходят, вы видите, у нас новые установки, новое оборудование, то есть сейчас при необходимости лечение производится с анестезией, поэтому многие люди уходят счастливые, довольные, и говорят, что к вам можно просто приходить отдыхать. Красивые, здоровые белоснежные зубы – это не только старания дорогостоящих стоматологов. Как правило, знаменитая голливудская улыбка – заслуга самого ее обладателя. Нужно помнить, что соблюдение всех правил ухода за зубами и полостью рта и регулярное посещение стоматолога обеспечат вам красивую и здоровую улыбку.